Парк медведей. Два бурых, Миша и Маша. И четыре гималайских тут вместе с ними гуляют. Еще пятый гималайский, Настя. Она в спячке залегла. Эти пока спать не хотят. Погода теплая. Вроде как декабрь. Но все равно температура у нас днем плюсовая. Неделю уже плюс 3, плюс 5 погода. Не холодно. А Настя залегла. Как каждый год она у нас спит. Молодец, настоящая медведица. Ну вот буры и гималайские гуляют вместе. Не враждуют, все нормально. Такой парк. Скала такая отвесная, высокая, туда даже залазят. Ну, деревья как-то прикрыли, чтобы они не сильно их сразу не поубивали. Гималайские лазят по деревьям, по макушкам, а бурые снизу желуди собирают. Гималайские им скидывают. Ну, позасыхали, правда, жалко, конечно, но что поделаешь. Вот такой парк. Оттаял снег, неделю назад снег выпал. Плюсовая температура, снег растаял на южных склонах. На севере только пооставался лежит пока. Вот у них вот тут убежище ночные вот под мостом. Там убежище, они каждый свою заходит, знают куда заходить. И ночью там находятся. А днем выходят гулять.